Всем привет, друзья! Сегодня так получилось, что обзор будет из трех магазинов Fix Price. И чтобы отснять все самое интересное и новое, пришлось побегать. Наконец, и в Челябинск доехали шпульки с нитками. 12 штук в наборе. 25 метров, все разных цветов. Цена 55. Большая упаковка детского мыла. Натурального, с кремом для чувствительной кожи. Кусок массой 25 грамм. В упаковке таких 6 штук. Стоимость 77 рублей. Гель для душа. Баночка напоминает газировку. Серия называется «Лимонадный тур». Объем 550 мл. Приятный сладенький аромат. Видно, что гель не жидкий. Стоимость 55 рублей. Гель для душа «Витамилк». Этикетка очень напоминает бренд «Дольче Милк». Крышка легко открывается. Объем 350 мл, аромат лайм и молоко, цена 77. Универсальный гель для стирки объемом 1,4 литра. Теперь можно выбрать либо грейпфрут, либо лимон за 77. Ну прямо-таки каждый раз у нас появляется что-то из канцелярии новенькое. И вот блокнотики. Ежедневники в линейку с твердой обложкой, 128 листов. Все расцветки отличаются. Есть небольшие рисунки, либо надписи. Здесь так вообще морской мир. Вот этот красивый, неяркий. Цена 199 рублей. На любой вкус. Вот еще один красивый под камень. Подставки для канцелярских принадлежностей. Выполнены она из металла. Поместится все необходимое. Две расцветки, серебряная и черная. Цена 199. Пеналы с милыми изображениями, внутри блестки, есть гель. Одна секция, размер 20 на 6 на 7 сантиметров. Также есть единорожка на розовом фоне, фото авокадо и фиолетовый виноградик. А нашла еще один вариант, это что-то вроде луны, наверное. Цена 149. Универсальные для хозяйственных нужд и денежных купюр резинки. Разных цветов, диаметр 60 мм, цена 55. Набор ручек продаются в пластиковом кейсе. Эргономичная форма, синие чернила, 4 штуки с прорезиненными вставками. Кроме однотонных синих, есть еще оранжевого цвета, цена 55. Марка Гамма, тесто для лепки в баночках. Через окошко прекрасно видно, какие есть цвета, всего их 8 штук. Масса 480 грамм. Срок годности 24 месяца. Необходимо хранить в банке, чтобы не засохло. Стоимость 199. Снова в большом количестве привезли контейнеры пластиковые. Сбоку с мерной шкалой. Объем 0,66. Отличаются по цвету крышек. Стоимость 27,50. И замораживать и разогревать в них можно. Подобный контейнер объемом 275 мл. За 13,70. Из новинок обнаружила набор пластиковых мисок, 3 штуки. Сбоку рисунок вроде сот. Производство Россия, объем 2,4 и 7 литров. Смотрится хорошо, пластик прочный, представлен в трех расцветках. Цена 249 рублей. В новых расцветках пластиковые стаканчики. Производитель Архимед. Объем 0,33. На стаканчиках есть рисунок. Стоимость 9,10. В Fix Price вы также найдете сидушки на стул. Размер 38 на 38. С двух сторон разная поверхность. Завязочки с одной стороны. В магазине 3 расцветки. Цена 199. Но сидушек на самом деле здесь очень много. Есть потоньше и потолще. Футболки. Большие размеры. В черном цвете с надписью, стоимость 249. Рукав классический, широкий, материал 100% хлопок. И это не просто надпись, а надпись из надписей. Думаю, быстро не сотрется. Футболки с рисунком на груди, классический круглый вырез и рукав нормальный. Но вот зачем-то спереди нашита сетка. Своеобразный декор, на мой взгляд, только все портит. Цена 249.
Состав 100% хлопок. Летом в такой будет комфортно. Сделано в Узбекистане. И увидела еще одну расцветку, другой рисунок на коралловом фоне. Мужские футболки. Расцветка милитари. Обычный рукав, круглый вырез. Сделано из 100% хлопка в Узбекистане. Все строчки прошиты за 249. Вот на первый взгляд я бы не поверила, что это юбка. Мне показалось, что это какое-то платье. Сверху есть веревочка из такого же материала. Чисто декоративная вещь. Но написано, что это юбка женская, 100% полиэстер. Ткань, конечно, приятная на ощупь. Сверху идет как резинка. И достаточно длинная. Снизу юбки также есть вставка цветная, похожая чем-то на волан. 199 рублей. Рядом с кассой ищите аромонабор с маслом и 5 палочками. Инструкция по применению есть на упаковке. Цветочный микс, сирень, зеленый чай и нежный хлопок. 99 рублей. Углядела еще 2 аромата, ваниль и бергамот. Появились длинные органайзеры с деревянной крышкой. Из той же серии были подватные диски и палочки. 249 рублей разделены на 3 отделения. В серии предметов из натурального дерева появилась щеточка, да не простая, она для лица. Цена 99 рублей, если честно, мне как-то страшно. Жестковата она для личика. Милые сумки из эко-кожи с декоративным элементом, напоминающим котика. И кисточка металлическая свисает. Вместо ремешка идет цепочка в розовом, бежевом и бирюзовом цвете. Внутри какой-то отдельной подкладки нет. Металлическая ручка длинная, но при желании можно несколько звеньев убрать. 199 рублей. Привезли маски для сна, таких дизайнов раньше не было. Узкая резинка, которая регулируется. Разложила все варианты, которые сейчас есть в магазине. С левой стороны гладкие, тоненькие. А с правой стороны все маски мягкие. 99 рублей. Только посмотрите на эту милую мышку. Сумка-органайзер. Прямоугольной формы, сбоку есть ручка, за которую можно переносить. Всего 4 молнии, но отделение 3. Центральное отделение самое широкое, открывается вверх с помощью 2 молний, а по краям уже меньше. Но в них есть кармашки и сеточки. Отлично подойдет для хранения проводов, например. На выбор в черном, бирюзово-зеленом и синем цвете цена 199 рублей. Еще одни новые сумочки, спереди маленький карман и материал что-то вроде плащевки. Изнутри подклад и все хорошо прошито. Лямка мягкая, тканевая, не широкая, регулируется, скорее детский вариант. Кроме деревьев есть еще розовые персики и это какой-то фрукт. Стоимость 299 рублей. Сумки выполнены из хлопка. Сверху 2 ручки, на одной из которых есть кольца. Для каких-то мелких мелочей подойдет карман на молнии спереди. В черном, кремовом, синем и розовом цвете. Из того же материала сделана лямка на карабинах металлических за 299 рублей. Кисти для макияжа бренд Lovely, 4 штуки в наборе. Внутри теперь шарики, раньше были просто кристаллы. За 199 рублей. Такие же есть с голубыми шариками, для пудры, румян, теней. Набор заколочек, 2 штуки, переливаются и блестят в разных цветах. Другая форма, очень хорошо держится. Третья мне больше всего понравилась, цена набора 77 рублей. Смотрю, что в большом количестве привезли игрушки-каталки, дракончики, бабочки, утки за 200 рублей. Пополнился ассортимент книг на английском языке. 4 уровня сложности, все отмечены своим цветом. Стоимость 99 рублей. Напишите, кто-нибудь из вас читал такие книги, пробовал? В одежде нашла свободные брюки, пояс на узкой резинке. Яркий, привлекающий внимание цвет.
стопроцентный хлопок Узбекистан. Снизу они подшиты и прямые. Еще две расцветки, черная, цена 299, и такая с цветами. Удочки, катушки, крючки, все есть в продаже. Вот и сухари. Полкило 77 рублей, мотыль опарыши. Ваша защита, лосьон гигиенический, косметический, 100 мл, 99 рублей. Посмотрим на новые коврики для ванной комнаты. Размером 60 на 40 сантиметров, с обратной стороны не прорезиненные. И они отличаются, на каких-то ворс совсем короткие, как на черном, а где-то он подлиннее. Много различных цветов. Вот этот так вообще немного металлизированный. Как-то переливается по-особенному. Такие по 199 рублей. Стеклянные кружки на необычной ножке. Объем 510 мл. Стоимость 99 рублей. Весоменькая и аккуратная. Если у предыдущего однородное покрытие, то на этом есть рисунок. И все-таки надо выбирать аккуратно, на некоторых есть сколы. Цена аналогичная, 99 рублей. Приглядитесь к новым салатникам с надписью «Перо». 770 мл, цена 99, и по сторонам нарисованы перышки. С таким же дизайном глубокие тарелки диаметром 20 см. Производство Китай, материал фаянс. Посуда какая-то очень легкая, даже непривычно, цена 99. И все-таки на посуде иногда бывают дефекты. Например, вот такие пузырики я нашла на тарелке. И это не последние новинки в магазине, как видите, коробки все еще стоят. Тут еще есть новинки для массажа. В канцелярии нашла папки формата А5. Можно использовать и под фломастеры, карандаши. Внутри нет разделений, места немного, но все самое необходимое поместится. Рисунки, цвета найдете как для мальчиков, так и для девочек. Вертикальный рисунок с единорогом. Стоимость 55 рублей. Поискать и можно найти веселенькие. Богат в этом году фикс прайс на папке. Нашла вот такую, с ручкой сбоку, на молнии. Материал клеенчатый, но гибкий, что-то вроде сумки. Есть полупрозрачные. Рисунок расположен на одной стороне. И цветные вставки разные. Формат А4. Стоимость 199. Это, кажется, собаки. Вот эти массажные элементы, которые лежали в коробке. Банки в упаковке 2 штуки. Предназначены для зоны шеи и лица. Инструкция по применению расписана. Банки резиновые. Одна больше, другая меньше. Я вот что-то не уверена, можно ли все-таки делать массаж. Не будет ли это вредно, что вы растягиваете кожу? А что вы об этом думаете? И в голубом цвете. Но цены пока нет. Еще один товар, который мы давно с вами ждали. Я их показывала в Калининграде. Доехали и до Челябинска. 249 рублей. При использовании крышка может вылетать. Крем-суфле для тела. Также Витамилк. Уход стоимостью 99 рублей, объем 250 мл, с ароматом сладкого молока и абрикоса. Повторный привоз деревянного оружия. Написано, что это сувенир, но драться таким и правда больно будет. Цена 149. Несколько расцветок топора, кинжалы, мачете. Мальчикам, наверное, будет в особенности интересно. Название написано на упаковке. Можно использовать как декор на какой-нибудь праздник. Женские тапочки, полосатые, с цветочком. Резиновая подошва с небольшим каблучком. Цена 199. Не забыл фикс прайс и о вкусняшках. Привез печенье васильковый слодыч массой 100 грамм за 10 рублей. Напиток «Святой источник» в жестяной банке. Урал. В составе чуть ли не на первом месте идет сахар с ароматом голубики и экстрактом черники. Стоимость 27,50, объем 0,33. Индейка тушеная, марка Русском. Стоимость 99 рублей. В составе есть загуститель. Консервы из мяса птицы в желе. 290 грамм. Обзор на этом подошел к концу. Я всех благодарю за просмотр.
Поставьте лайк, если вам понравилось данное видео. Пишите в комментариях, какие товары приглянулись. Я вам всем желаю отличных покупок. Пока-пока!